Наверное, вам интересно, почему я сижу здесь, такой веселый и ничего не делаю. На самом деле все предельно просто, и сейчас я расскажу, что случилось. Тот выстрел услышали соседи, вызвали полицию, ну а дальше несложно догадаться, что было. В общем, наш перекачанный друг теперь найдет себе новых друзей. Знаю, сейчас посыпется очень много вопросов о том, что будет с каналом дальше. Спешу вас успокоить, у меня все расписано до 2020 года. Ну или почти до 2020 года. В общем, на ближайшее время я хочу сделать 3 плейлиста. Первый с новым проектом, таким информационно-развлекательным. Он запустится где-то через месяц-полтора, ну где-то, наверное, к началу лета, я надеюсь. Вот, второй плейлист будет... Собственно, я хочу заняться короткометражками. Не знаю, как часто они будут выходить, когда будет первый и так далее. Вы сами понимаете, что это сложнее, нежели просто поставить камеру и снять себя на фоне парка. Вот, и третий плейлист, это, собственно, для старых фанатов. Это обзоры на мангу. Вот, они будут выходить, скорее всего, не в таком же формате, как было раз в неделю, а чуть... подольше, то есть, возможно, раз в две недели, раз в месяц, ну ладно, не раз в месяц, хорошо, почаще, я обещаю, вот, и да, я сделаю какой-то мега большой обзор на все главы, которые я пропустил, да, я сделаю это, я обещаю, именно так, вот, когда, собственно, ждать первый контент на моем канале, я думаю, что в ближайшее время, ну как в ближайшее время, наверное, где-то через месяц, возможно, чуть раньше, чуть позже, просто все зависит от времени, вы же сами понимаете, поэтому ждите, верьте в меня, и я вас не обману, да, не обману, вот, все, спасибо, что вы с нами, со мной, пока.